Не каждая звезда молдавской эстрады может собрать такой полный зал. Начало, запланированное на 4 часа дня, пришлось отложить. Люди идут нескончаемым потоком. Такие праздники воскресная школа организовывает постоянно, говорит настоятель церкви. Это у нас традиционный концерт, который мы делаем день жен мироносец. Это первая весть о воскресшем Христе, о том, что в каждой семье, в каждой душе может быть светло, потому что место для Бога всегда есть. И каждый пасхальный концерт мы по-своему направляем тематически о каких-то важных проблемах. И сегодняшний концерт мы его посвящаем теме семьи. То есть дети будут петь, танцевать, все говоря о том, что является ценностью именно вот этого института. Жители Копчака чтут православные праздники, связанные с ними традиции и обычаи. Кроме того, они также воспитывают своих детей. С малых лет они посещают воскресную школу, принимают участие в различных праздниках. Я хожу в воскресную школу с 7 лет. Тут очень интересно. Мы хотим, чтобы больше детей было воскресной. Как я говорил, интересно и хорошо. Узнаем много интересного про Бога. Этот праздник у нас традиционный. Мы каждый год посвящаем этот праздник Богу. Ты первый раз выступаешь? Нет. Я выступала уже на Новый год и еще на много праздников в воскресной школе, что у нас было. Скажи, волнуешься, переживаешь? Я немного волнуюсь перед сценой. Все смотрят на тебя, а ты там на сцене, и страшно немного. Преодолевая страх и волнение перед сценой, ученики школы выступают перед своими родителями, близкими и друзьями. Песни на русском и гагаузском языках. Сценки, основанные на библейских рассказах о распятии Иисуса Христа, о его учениях и страданиях, которые ему пришлось пройти. Специально подготовленные костюмы, музыка, декорации и игра маленьких актеров. Программа срывала овации зрителей. Артисты непрофессиональные, работаем с ними очень долго. И как раз в этом и весь интерес, что многие вполне интуитивно раскрывает себе таланты Божии и говорит о том, что он чувствует. И это самое важное в этом концерте. В празднике, посвященному Дню жен мироносец, приняли участие около 200 человек. Ученики воскресной школы и певцы церковного хора. Концертная программа продолжалась около 4 часов. Однако мало кто покинул зал, несмотря на то, что многие пришли с маленькими детьми.